цель этого анкетирования, она предполагает ведь не столько Иванов-Петров-Сидоров, сколько количественный состав этой группы. Если родители не дают согласия на сбор и обработку таких данных, могут возникнуть сложности, считает эксперт. Есть закон о защите персональных данных. Да и не актуально это, считает Виктор Панин. Это прекрасно. Династии V века, как народ, проживавший восточнее Енисея. Они являлись данниками различных центральноазиатских империй. Примерно в 17 веке Тафалария вошла в состав Московского государства, став пограничной территорией с Китаем. После 1757 года, когда Тува вошла в состав Маньчжурской империи Цин, Тафалария осталась в составе Российской империи. Была создана так называемая Удинская землица с 5 улусами в ее составе. Для тафаларов устанавливался ясак шкурками и мясом пушных зверей. Отдельные годы был фиксирован и не зависел от природных условий и реального числа охотников. В общественной жизни тафаларов после революции 1917 года большое значение имели ежегодные декабрьские собрания всех тафаларов Сунган для избрания должностных лиц. В 1939 году в составе Иркутской области РСФСР был организован Тафаларский национальный район с центром в селе Алыкджер. Но уже в 1950-м он был упразднен, и вместо него появились два тафаларских сельсовета – Тафаларский и Верхний Гутарский. Традиционно тафалары являются полукочевым народом. Основными занятиями у них была охота и рыболовство. У северных групп также отгонное оленеводство. Верующие тафалары православны, но сохраняется шаманизм. Основу рациона тафаларов составляло мясо, в том числе дичи и оленятина, ржаные хлебцы, выпекаемые в золе и на камнях, в качестве приправ и приложений многочисленные корни и дикорастущие растения, дикий лук, черемша, ягоды, кедровые орехи и так далее. Как среди мужчин, так и женщин было очень распространено табакокурение. У тафаларов богатый устный фольклор, пословицы, поговорки, сказки, легенды и предания. Мэр и исполнительных директоров. Об этом заявил глава министерства Максим Топилин, наступая на правительственном часе в Госдуме. В настоящий момент эти вот ограничения касаются только руководителей предприятий. Обратилась в суд с иском о приостановке эксплуатации аттракционов на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы. Ответчиком по иску заявлено ЗАО «Российская выставка аттракционов». Всего просит приостановить работу 12 аттракционов, сказала пресс-секретарь суда. Процесс назначен к рассмотрению.